Серый пошел! За ним закрыть! Начальник, позвать в Газкот, опоздай! Хуй ты лупишь! Че, нельзя, что ли? Нельзя! Последние два года в моей жизни было все. Ты чё там пи***ешь? Ебать, я чё, вслух? Извини. Последние два года в моей жизни было все. Куча бабок. Красивые девушки. Кобра! Настоящие друзья. И невъебенные приключения. И вот сейчас, когда тюремный грузовик везет меня на зону, я надеюсь, что это наконец закончилось. Уходи! Куда выходить? Куда ты меня ведешь? Это побег. Какой побег? Обычный побег. Давай, вали. Туда, туда, я не знаю куда. Давай, вали уже. Не понял. Да. Да, я его отпустил. Не отпустить, а завалить. Ага, сейчас отправим. Стоять! Не-не-не! Спортсмен. Не а. Я что, сдох? Нет. Ну ты же сдох? Нет. А кто тогда сдох? Ты что, какой негативный? Наверное, потому что я лежу на мокром. Ну пойдем ко мне в машину, у меня там есть сухой. О! Слышь, а ты что ко мне в СИЗО ни разу не приходил? Ты что, дурак, что ли, чтобы я пришел в СИЗО сам? Ну да. Слушай, а что мы сейчас делать будем? Ну, мы сейчас пожрем. А потом дела. Дела это ништяк. А ты мне, может, расскажешь, почему ты живой и белка цела? Блин, ну это такая, короче, неинтересная и скучная история. Не п***ю, я год думал, что ты сдох. Давай, рассказывай. Короче. Погоди, погоди, вот так интереснее будет, а. Угу. Короче, помнишь, вы с Женьком спали? Че? В смысле, просто спали без любви. Ты чё, о***л, что ли? Просто находились в состоянии сна. А, дрыхли, что ли? Да. Угу. И, короче, пока вы дрыхли, я заморочился и вмонтировал в ваши глаза, прямо вот в зрачки, такие специальные наномониторы. Мне их, короче, Антоша дал, он там что-то сказал, какие-то разработки со Осколкова. Ну, не суть, короче, какие-то органические линзы, пофигу. Вот, и когда вы с Женьком видели взрыв, на самом деле специальное видео транслировалось в ваш мозг. Вот. Ага. То есть ты мне монтировал в глаза, наверное, мониторы? Да, и камеру. И камеру, да-да-да. Нихуя себе мультимедийный, а? Да, еще в жопе у тебя пульт. Да-да-да, а в ушах у меня хуй, да? Который ты сейчас вкрутил. Нет. Да-да, хуй нет. Иди нахуй. Блин, я серьезно. Я тоже серьезно. Иди нахуй.
Сейчас погоню. Алло. Да. Да, да, я понял. А им ты тоже пи***ешь? Да, я понял, сейчас заедем заберем. Все, хорошо. Ага, заедем. Мне надо ехать в клуб, короче. Угу. У меня глаза красные? Не-не-не. У тебя же нет, наверное, монитора в глазах. Поехали. Сказочник, блять. Тут пока потусти, я пойду с управляющим поговорю. Окей. Слышь, бармен, налей мне кваса вязкого. Ни***а, дорого. О, чик. Чё там? Там муха просто убрал. Держи. Слушай, то, что с носа дернул, дерни обратно. С какого носа? Слышь, не***а, ебал, пилкать, кудри***а. Чё, ебал? Ты появился? Ты чё в натуре, блядь? Уатка, ну тебя... Нихуя ты ебать, чё, блядь, чё, тварь, блядь! Пошёл ты... Я всё, вырем. Погнали. Слышь, а ты чё в клубе-то делал? Я? Деньги забирал. Чьи? Доля Андрея Валерьевича, он там типа учредитель. А ты чё, до сих пор у него работаешь, что ли? Да, и ты, кстати, тоже. Я с***. Ну а ты думаешь, кто тебя из тюрьмы вышел? Конвоир. А ему денег кто дал? А что тогда он пытался меня шлепнуть? Ну что, все похоже было? Ты ж поверил? Я поверил. Какой дебил придумал такой план? С тобой Менделеев в камере сидел? Вован, что ли? Да. Вы с ним по душам базарили? Ну да, мне, короче, рассказывал, как за обычного речного песка он делал чистый кремний, прикинь. А еще у него лаборатория в гараже, а на воротах белыми буквами написано «хуй». Вот. А он говорил, где этот гараж? Ну да, говорил. А че, это важно? Как делать кремний из обычного песка в гараже? Ты че, долбоеб, что ли? Ты хоть... трамвайные ручки отличить можешь 19,5 миллиардов долларов в год в гараже. Да говорил он, говорил, ну что, ну я в натуре не помню. Ну я обязательно вспомню, Андрей Валерьевич. Конечно вспомнишь, куда ты нахуй денешься, я начальнику СИЗО столько денег занес. А я не люблю с ним общаться. С ним когда в бане паришься, от него дошираком пахнет, вспоминай. Да ну это было пи***ц как давно, вчера. Памяти дятел надрочил, короче, идиот. Будешь на меня работать, пока не вспомнишь, а то я тебя сожгу на***. И вот тебе задание на первый тур. На улице Бэха стоит, в ней чувак. Отвезите чувака к маме. Слышь, а что нам нужно было сделать? Отвезти чувака к маме? Он же дохлый. Ну же, чувак, мы же его везем. Ну да. Только чую, мама расстроится. Да нет, ты сейчас маму увидишь. Сколько можно за вами убирать, а? Вы что, не могли в лес его отвезти, а? Или в корне? Или с моста сбросить, а? Я вам ничего, бочку соленой кислоты давал, а? Вы что, пьете, что ли, а? Или она растворилась у вас, а? Все к маме, к маме. Мама добрая. Мама не может второй месяц витаться, но идем довязать. О, пусть мама услышит, пусть мама споет. Пойдем, Слава. Слышь, а где мама? Вот это мама. Он сейчас чувака на части разрубит и в печке сожжет. Да ладно! А можем посмотреть? Да. Слышь, а почему мама? Он добрый. Ребят, нам на чайку можно налить, а? Да не, мама, надо поедем. Никуда вы не поедете. Вы там возьмете пряники, бараночки, а я у тебя блинчики с ливером загрею. Блинчики очень вкусные. Свежие. Блинчики такие. Да не, мама, правда, поедем, у нас дела просто. Да, поедем на голодный желудок. Я сам заверну блины. Блины вот такие классные, а? Ну заверни мы тогда с собой в машине. А что ты без шапки ходишь, а? И ты чего-то не пойму. Не, я в шапке, мама. Ты одет-то как? Мам, я в шапке. Смотри, у меня. Ну да. Все. Давай тогда заверни, мы в машине подождем, ладно? Хорошо. Давай.
Блинчики, огонь. Я же говорил. Короче, я к барахольщику. Телефон тебе намучу, а ты что-то без телефона. Слушай, а можно с тобой? Нет, ты сиди в тачку охраняй, а тут райончик. Тут недавно одной тетке сережки с ушами оторвали. И шубу норковую. На тебе биту. Ну да ладно, что, нормальный райончик. Живописный. Тихий. О, ништяк. Пойду посмотрю, мне же интересно. Бля, подключиться или нет? Браво, 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 суперский отжим вообще. Здравствуй, добрый человек. Ты что меня пугаешь? Ай, смелый какой, ай, нарядный, красивый такой. Что да, я такой. Мой золотой? Я, короче, это, я тачку стерегу. Ой-ой-ой-ой-ой, не каждому доверят тачку стеречь, а ты, смотрю, такой и сильный, смотрю, модный такой, смотрю, красивый такой. Да ладно, хорош, ты чё? Ой, желаю тебе золота, желаю тебе много счастья, чтобы дорога усыпана жизнью в бриллиантах твоя была, чтобы женщины окружали, чтобы подруги рядом были, чтобы оставался всегда такой модный, продвинутый, сильный, красивый, мой хороший, дорогой. Целую тебя, мой золотой. Слушай, какая хорошая женщина, осыпала меня эпитетами. Ебать, где тачка? Блин.